Что, друзья мои, салатика нарежем. Мы проголодались. Я только сегодня вот этот вот хлеб ела по пути. Комар меня зато кусает. У нас овощи свежие. Мы же заехали на рынок. Купили овощей. Надо мне мусорный пакет, наверное, какой-то сделать. Сейчас помидорчики вытащу. Буду туда складывать все. Я расчехлилась по полной катушке, потому что здесь очень тепло. Здесь, да и мне кажется, сейчас везде тепло. С чего у меня будет салат? Болгарский перец, огурцы, за спину кусает комар, помидоры, кинза, лук свежий, зеленый, молодой, чеснок. Да и все. Сейчас на раз покушать нарежем. И уже Виталик там готовит дрова, чтобы копчением заняться. Так, копчением заняться, какая-то у меня мысль была. А, масло я забыла все-таки снова. Писала список, потеряла его. Такая я мадам. Доска у меня есть. Доску забыла для рыбы. В общем, рыбу мы будем коптить, и можно и не чистить. Так-то, если разобраться, согласитесь. Свежий чесночок, который вот прямо молочная. Молочная вкуснятина. А огурчики. Ик. Лучок. Он вкусный. По крайней мере, сладкий был, когда я его покупала в прошлый раз. Взяла такой же. Я прям все буду без разбора сюда крошить. Жарко тебе? Жарко. А мне хорошо. Я в тенечке сижу. Деловая. Комары только. Хотя я побрызгала от комаров. Реально побрызгала, прошла. И кусты побрызгала. И стулья даже вот эти вот побрызгала, чтобы комарьё здесь не садилось. А им, по-моему, хоть бы хны. Что хотят, то и делают. Летают. Помидоры вкусные, розовые. Посмотрите, какой красный, классный помидор. Масло немного есть для салата. Ну и на яичницу хватит, ладно, на завтра, когда я его еще буду девать-то. Рыбу пожарить точно не хватит. Будем коптить. Поймалась? Нет. Сейчас кормят. Ну сейчас день, ловиться-то, наверное, ничего не будет. Ловится к вечеру, либо утром, да? Помнишь, тогда уже потемнело, у тебя кусает, зараза. Кормить надо сейчас 53, как кормить, а потом потом... А потом только начнет нас кормить. Кинзочка пошла в дело. Фантазия пошла. Крупно? Да нет, хорошо. Идеально. Я бы сказала, идеально. Наверное, где-то и укроп есть. Но не буду я лазить, не буду. Зацепилась? Хрен она, каша выходит. Не вышла из этой большой кормушки? Из большой кормушки каша не вышла. Может, сильно натрамбовал? Или такая форма у нее? А что ты? Комар кусает. На лодках ездят тут. Фантазия пошла. Сейчас будет заброс. Буй. Слышали? Это кормушка пошла. Мы брали вообще-то вот эти помидоры для Аджапсандала, но они гораздо вкуснее, чем те, которые с магазина. Те, которые с магазина, я на Аджапсандал пущу, они прогреются, будут вкусными. А эти розовые мы слопаем.
готовое. Мы, кстати, даже ничего такого вот готового не брали есть. Нечего. Мясо коптить. Ну, яйца можно было бы пожарить, был бы костер. Так что будем есть сейчас салат. А потом уже готовить копченую курицу хочу. Чесночок. Ой. Простите, вы у меня упали. Извините. Так случилось, что вы у меня упали. Чеснок свежий. Прямо так порежу его в салат. Будет вкусно. Знаете, еще он молочный прям. Шикарный. Так. Сейчас соль возьму. Соль где-то у нас в доме. Адыгейская. Вот здесь есть адыгейская соль. Вот даже тут хлебушек есть. Угу. Шикарно. И масло. Масло только что видела. Видела и возмущалась. А, оно за вами стоит. Масло за вами стоит. Ложка, между прочим, Суздаль. Лепеточкой махнуть в сок. Красота. Так, мне же нужно масло, а оно за вами. Шась, терпите. Сейчас вам коптилку покажу, как я ее отмыла. А, салатский-то я не покажу. Покажу вот так. Ну и коптилку покажу сейчас. Вон она стоит на заднем плане. Красоточка. Как будто новая, да? Вот это я ее отмыла. Средство, кстати, чистящее я взяла. Так что в этот раз я буду мыть на природе. Усё, есть будем.